убежденное мнение, что если вот господин Зеленский и его команда так будет вести себя, то он Украину должны, то он давно присоединит нашей страны. Украинцы наш народ, это и наша территория. Поэтому это мое мнение. Я и тогда, когда говорил, после Крыма надо забрать Киев. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. А мы, пехота, готовы выехать и выполнить приказ абсолютно без проблем. Чем отличается белорус от русского? Мало того, что это белорус, это русский со знаком качества. Русский человек – это человек, который вот не глядя рубашку рванет и пойдет. Белорус, он такой хитрее. Он так это посмотрит, но все равно рубашку рванет. А если русский пошел впереди, но точно не остановится. У нас это не принято. Батько наш Бандера, Україна мать. Не нападаем, мы защищаем свою безопасность. Ты посмотри на эту скотину, она же вся обосранная и уже, уже на шерсти закорело все там. Повторю, наши действия — это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Доброго вечора, ми з України. Ми готові і будемо приміняти ядерне оружие для защиты себя, для защиты своїх інтересів, і ми як мученики попадемо в рай. А вони просто здохнуть. Это бригада оперативная. Когда я увидел оружие, которое там есть, я удивился. И столько оружия, это прям шокирует. Поэтому мы не хотим, и у нас нет желания воевать против Украины и против украинского народа.